Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие преимущества у обладателей рабочих специальностей? Легко ли найти работу рабочему человеку и меняется ли отношение к людям труда? Об этом говорим сегодня в нашей студии участница национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, дизайнер Мелюзя Зайдулина и кондитер Татьяна Сергеичева. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Также мы ждем ваших сообщений о профессии и о ее плюсах. Здравствуйте, Мелюза и Татьяна. Скажите, пожалуйста, вы кондитер, вы дизайнер. Ну вот давайте с Мелюзи начнем. Почему вы выбрали такую профессию? Вы первая в семье или вы уже пошли по чьим-то стопам? Вообще как бы выбрала, потому что с детства мечтала этим заниматься. Это очень интересно. Как можно в детстве мечтать стать дизайнером? Как-то куклы. Сначала для кукол шил, потом... как бы какие-то вещи для себя, какие-то по дому, какие-то мелочи. И так интересно, вроде втянулась. В школе уроки технологии как бы начались потом. И меня это полностью поглотило, швейная машинка. И я поняла, что не могу без этого жить, что это очень нравится. Да. А когда вот, Мелюзя, вы выбирали вот эту специальность образования, дома вам не сказали, что, ну, наверное, нужно сначала закончить там 11 классов, поступить в институт, ну и 6 себе... хорошие, красивые вещи. Нет. Ради удовольствия. У меня родители, не знаю, спасибо им за это. Они как бы понимали, что те люди, которые шьют, как бы всегда остаются одетыми. И как бы специальность себя саму одевает, других как бы одевает. Поэтому они не были против и сразу согласились. Да. Вот хочу уточнить сразу. Какая-то вещь, которую вы сами себе шили, есть такая, которую вы... которые себя прекрасно чувствуете, и вам говорят даже комплименты. Вот чем вы сегодня гордитесь? Какой своей моделью? Как бы вот лично для себя я пока очень мало шью. Некогда, не успеваете. А вообще, да, есть вещи, которые, как бы, я понимаю, что они по качеству очень, как бы, достойные. И внешне они очень, как бы, привлекательные. А что это за одежда? Какая? Был пиджак очень один. Очень нравится. Интересный, да? Костюм шил один. Там была летняя блузка и юбка. Вот, они такие простенькие, но выглядело очень эффектно, мне очень понравилось, запомнилось. Да, ну вообще какие-то ощущения, наверное, когда вы идете в одежде, которую своими руками сшили, наверное, какое-то другое ощущение, да? Нежели вот пришли в магазин, купили, одела и пошла. Понимаешь, что как бы такого больше нету, что ты идешь такая вся индивидуальная. Да, одна. Нет ужаса такого, что купила в магазине, идешь, а навстречу тебе девушка в таком же там платье. Да, такого вот. Да, ну вот теперь нужно, наверное, к Тане перейти, спросить тоже про выбор профессии, потому что кондитер, конечно, это для девушек и для женщин, которые любят сладкое. Это профессия, конечно, такая очень хорошая. Как вы выбрали ее? Ну, вообще у меня профессия техник-технолог. А техник-технолог... То есть не обязательно это... кондитер, да? Нет, это не обязательно кондитер. Это как бы во все сферы. И повары, и кулинар. Повары, кулинары, ну, кондитеры. Тогда вообще. Это просто последний год я решила вот уже в кондитерку больше у нас. И по курсу идет больше кондитерского производства. Ну, решила вот попробовать. Да, а в семье вы уже пошли вот по чьим-то стопам, как нет, говорится, или нет? Первопроходец. Да? И как к этому отнеслись ваши родственники? Нравится. Когда победила, они вообще были рады. А к тому, что вот неожиданно такое образование решили получить не в институт, а вот именно вот такое, такую специальность? Ну, мы с мамой так подумали, что начнем с простенького, а дальше уже решим. Да, ну вот тоже поинтересоваться хотела, какое у вас любимое блюдо, которое вы готовите для семьи, для родственников, для друзей? Есть такое? Я люблю, да, блинчики запекать. Своя технология. Даже ну вот прямо вообще интересно стало с технологией. Нужно, наверное, зрители не простят, если не поделитесь. Есть какой-то секрет при запекании блинчиков? Ну, там как бы получается, что они очень сливочные такие, очень... А для этого сливочное масло туда нужно добавить или нет? А как-то, почему тогда они такими получаются? Там свои. А, секрет. Да. Вот видите, не все выдают свои профессиональные секреты. Ну, теперь поговорим о конкурсе, потому что вот вы сколько уже, вы отучились и сколько лет вот работаете? Или еще не работаете? Нет, вы не работаю, последний курс. Последний курс. И вы? Тоже самое. Тоже. Как же вас тогда пригласили в такой престижный конкурс? Ну, как бы у меня так получилось, что в техникуме у нас конкурс был.
профессиональное мастерство, там я как бы выиграла, и дальше меня направили сюда. Угу. Вот, ну, я рада, что так получилось. Довольна очень результатом. Да. Я же была. Таня, вы тоже там прошли, да? Ну да, я сначала один конкурс прошла, потом второй. Угу. А как вам вообще вот участвовать в конкурсах? Ведь это лишнее такое напряжение, да? Это же не просто, да, вот идти на конкурс, да, соревноваться, что-то доказывать, переживать. Вы сразу согласились или еще раздумывали? Я думала. Да? А нельзя сразу? Я сразу согласилась. Одела свой пиджак, который сшила, и пошла на конкурс, да? Почти. Да, а вообще как выстраивалась вот эта система? Конкурс, потому что это же мировая, да, вот как бы это же во всем мире он проводится. Вот когда вы участвовали, что были за соревнования? Вот как вы соревновались друг с другом? Как вас оценивали? У нас конкурс шел в 3 дня. Первый день мы должны были сконструировать юбку, как бы снять лекало и отшить ее за 8 часов. На второй день у нас был дизайн футболки. И на третий день мы делали из целого куска ткани наколку на манекене. Вот, тяжело было морально как бы и... Очень как бы А сколько было страшно. Конкурентов? В первом этапе у нас было 4 конкурента, и потом в окружном уже у нас было 8 человек. Угу. Вот. И в результате вы стали победительницей? Да. В региональном? Или... Сначала в региональном, а потом в окружном. В окружном. Так, угу. Таня, а у вас какие успехи? Ну, у нас сначала тоже был региональный. У нас участвовало 4 человека. Конкурс шел 6 часов. Было... Тяжело да, все-таки. Конечно. Ну, мы делали торт и фигурки лепили. Угу. Вот, тоже участвовало 4 человека, 3 из нашего техникума и 1 с Новокуйбышевска. Ну вот, я была первой, и в федеральном конкурсе у нас уже 6 человек участвовало, тоже была первой. Да, а что же за торт вы испекли такой? Ну, у него есть какое-то название? Клоун. Или... Клоун? Да. Ну, с рисунком просто понятно. Да, вот поэтому так его и назвали. Да, и, наверное, конечно, там были свои секреты, да, раз вы стали лучше, то, наверное, что-то вы туда вложили, да? Вот я хотела, знаете, что спросить, пользуясь случаем. Говорят, что если вот вкладываешь душу, вот, когда готовишь, вот, там, еду, блюда какие-то с настроением, с хорошим, с желанием, чтобы это было вкусно и чтобы всем понравилось, тогда вот действительно это удается. А конечно. Если с плохим настроением и как бы вот так, то тогда... Или это не важно, если вы мастер, нет, профессионал? Нет, это важно. Важно тоже? Да, если даже с плохим настроением встаешь, уже как бы не все получается уже. Да, то есть вы вот даже вот в конкурсе, да, угу. Чтобы вот готовиться, вы, наверное, настраивались, чтобы все было как-то конечно. Позитивно? Ну, тем более клоун, да, это какой-то тоже позитив. Ну, у нас детская тематика была, поэтому мы и клоун сделали, решили клоуна. Понятно. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать, поэтому я предлагаю нашим телезрителям посмотреть сюжет о том, как проходил конкурс, ну, а потом мы продолжим разговор. Каменщики, сварщики, автомеханики, дизайнеры, парикмахеры, повара. Всего 12 профессий, требующих не только знаний теории, но и умелых рук. В Самаре прошел региональный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Он собрал более 70 молодых специалистов, студентов среднепрофессиональных учебных заведений Самарской области на одной площадке. Это профориентационный сигнал для школьников, который показывает ценность труда, который показывает то, что школьники, буквально вчерашние школьники уже умеют делать очень профессиональные и красивые творческие вещи. Мировая квалификация, навыки, умения, мастерство, искусство, ловкость – все эти слова подходят под определение чемпионата WorldSkills. Именно этими качествами обладают его участники. Милюзя Зайдулина на последнем курсе колледжа. Профессия дизайнера одежды девушку привлекает с детства. Говорит, настоящая леди должна быть не только красавицей, но и рукодельницей. На региональном этапе чемпионата девушка заняла 1-е место. С детства мечтала как бы заниматься одеждой, быть дизайнером. Точно знаю, что не зря, обязательно пригодится. Сюда и себе, что надо с ошибком. Люблю выделяться. Да и вообще как бы этой профессией пользуется каждый человек, я считаю. Все мы уходим в сшитой одежде. Поднять настроение и сделать из любого человека кинозвезду могут и мастера ножниц, парикмахеры, филигранная и ювелирная работа – их конек.
Парикмахерскому искусству Екатерина Севастьянова обучается уже 4 года. От клиентов, признается, нет отбоя. В течение нескольких дней девушка и ее соперницы делали мужские, женские стрижки, прически и окрашивали волосы. Екатерина также стала победительницей регионального этапа. Моя профессия связана с творчеством, поэтому она меня привлекла. Мне нравится делать людей красивее, вот, и я всячески стараюсь сделать их более привлекательными, так как внешний вид человека для него самого очень много значит. Основная цель чемпионата WorldSkills – популяризация рабочих профессий, а также повышение профподготовки и квалификации специалистов по всему миру. Место на площадке WorldSkills Russia в Самаре нашлось и суровым мужским профессиям. Ремесло сварщика выбрал Александр Филиппов из Сызрани. Используя различные виды сварки, ему и его соперникам предстояло из кусков железа и алюминия сделать детали, которые впоследствии пригодятся на предприятиях разного профиля. Сварка – это интересная вещь. Она везде в жизни пригодится. В доме, на работе. И сама по себе интересная профессия. Интересную и нужную в жизни профессию автомеханика для себя выбрал и Влад Александрин. В этом году молодой человек заканчивает Поволжский государственный колледж. Свой автомобиль, признается Влад, знает до мельчайшего винтика. Весь ремонт делает своими руками. Машина всегда на ходу, на высоте, и все это без лишних затрат. Копаюсь, можно сказать, всегда. Что-то доделаю, переделываю. Поставил на четырехконтурную пневмоподвеску, подвеску, колеса. Вот. Музыку, само собой, ксенон. Делаю всегда. А вот плиточникам-облицовщикам на чемпионате выпала патриотическая миссия. Им предстояло сложить из кафеля пятиконечную звезду, георгиевскую ленту и слово «Победа». В одном плане кажется, да, сложным, рассмотрев некоторые детали. Но в каком-то плане легко. Главное быть аккуратным. Когда я выбирал профессию, мне нужно было будущее хорошее. Я выбирал то, что, принесет мне заработок хороший в дальнейшем. За происходящим на площадках чемпионата постоянно наблюдали и школьники, ученики старших классов, у которых выбор профессии еще впереди. Открытый формат чемпионата – это особая технология профессиональной ориентации ребят, начиная с самого младшего возраста. Обязательно должны проводиться экскурсии по всем площадкам. И ребята могут глазами увидеть, насколько высокотехнологичны сегодня рабочие профессии. И плюс знакомство, конечно, с новыми технологиями, потому что все компетенции, они проводятся на новом оборудовании, да, то есть это совершенно, скажем так, современное все оснащение, и впоследствии работодатель будет заинтересован принять такого работника, который владеет соответствующими навыками. В чемпионате WorldSkills, которому уже более полувека принимают участие более 80 стран мира, Россия не стала исключением. По оценке специалистов, с каждым годом количество участников в нашей стране растет. Так растут и их профессиональные навыки, которые помогут обеспечить успешную карьеру в будущем. Девушки, у вас какие ощущения были, вот когда вы находились внутри конкурса? Может быть, кто-то из участников вас поразил или какая-то специальность, или вот что вас так впечатлило, может быть, удивило? Какие были ощущения? Мне очень понравилась атмосфера самого конкурса. Очень много людей, как тут вот. Очень нравится. И внутри самой площадки как бы тоже все было очень по-домашнему, как бы работалось очень хорошо. Единственное, не понравился шум посторонний, но это уже... Издержки. Да, этого не избежать. Конкурса, да. Татьяна, у вас какие впечатления были? У меня немного паника была. Потому что у меня не все получалось. И как бы, когда поворачивалась и видела у кого-то результат лучше, по мне так казалось, начинала немножко трясти. Да? Вот. Так, в принципе. Ну, а чем вот участие в таких конкурсах? Вам что? Вот вы сейчас вот вышли из каких-то вот там финалов. Что вам это вот принесло, дало в жизни? Таня, наверное, больше уверенности. Она уже не трясется, когда оглядывается, там кто-то рядом что-то делает, готовит. Многому все равно научились. Как бы торты я, в принципе, не умела никогда делать, а тут вот уже научили. Все-таки готовились. Постоянно. Понятно. А у вас что вот дает такое участие? Потому что можно же не участвовать, и подумаешь, не поучаствовала и дальше. Все равно есть шанс посмотреть на работу других, как другие люди работают, и себя показать. Угу. Как бы показать, на что я способна, то, чему меня научили, как бы показать. Вот. Поэтому очень
нравятся мне такие. Вот одна из задач вот этого конкурса профессионального мастерства – это привить интерес, популяризировать вообще рабочие профессии. Вам показалось, что есть интерес к этому или нет? Или вы были сами в конкурсе, и люди как, ну вот, ну подумаешь, они там соревнуются и… Не знаю, вдруг возле нашей площадки много людей стояло. А кто приходит? Вот, кому это интересно? Кто был вашим зрителем? Очень много школ приходило, смотрело. Как бы просто люди, не знаю, как они туда попали, но, видать, им было интересно, это они действительно ходили смотреть. Зрители были, да? Да, были. Постоянно как бы кто-то находился возле площадки, наблюдали за нами. Да, ну, за Татьяной, наверное, вообще, так как она не выдает секретов, особенно наблюдали, смотрели, как она... Не подпускали. Нет, Анна, потому что гигиена, специфика такая. Да, понятно. И вообще, мы заявили в начале программы тему, что плюсы, да, вот рабочих специальностей. На сегодняшний день, как вам кажется, вы легко найдете работу? И какие вообще плюсы видите вот в том, что вы пошли вот по такому пути? Мне кажется, что вообще все специальности, которые как бы были в конкурсе, они сейчас очень популярны и набирают как бы свои обороты в жизни. Потому что сейчас в основном все идут на менеджеры, бухгалтеры, юристы, экономисты. И их уже как бы появилось с избытком. А вот именно рабочих профессий, они как бы отсутствуют сейчас. И как бы я считаю, что эти специальности набирают популярность. А плюсы, еще какие плюсы? Вот вы бы посоветовали, Таня, вот другим вашим сверстницам, или тем, даже кто младше, да, вот выбирать такой же путь? Конечно, все-таки почему? Навык вот что в работе, уже легче на работу устроиться, и как бы мы уже многое можем. В принципе, на практику я уже пришла, как бы мне говорят, да, у тебя есть задатки, ты уже можешь. То есть вы не боитесь без работы остаться, да? Ну, конечно. Понятно. А почему все-таки как-то вот молодежь, ну, как вот вы сказали, да, в основном сначала институт, а потом уже сидят дома без работы. В основном после того, как закончат. Сложно найти. Молодежь вообще трудно устроиться на работу, да, вот когда нет стажа и много специалистов там по одной и той же профессии. Мне кажется, сейчас многие люди, как бы вот именно молодежь, она не знает своих целей в жизни. Она как бы, не знаю, то ли не стремится к чему-то. Я говорю, у меня как бы с детства была мечта, я вот, ну, я знаю, что у меня получится, я буду делать все, чтобы до этого добиться. А люди, вот у меня даже брат младший, как бы сейчас он особо не представляет того, кем он будет в будущем. Как мы его наставляем с мамой, а он пока не очень думает об этом. Мне кажется, как бы люди не совсем думают об этом, они думают, экономисты, вот, типа, будет много денег, будет большой заработок, поэтому пойду отучусь. А не знаю. Да. Как бы вот я считаю, что моя специальность тоже приносит довольно-таки достаточный заработок, если как бы уметь это делать и качественно работать. Да, ну это, конечно, материальная сторона жизни, это очень важно, но еще вот то, что у вас творческие профессии, да, да, и это, что, это же вы уже получаете удовольствие, когда там какая-то модель, там, блюдо какое-то, там что-то, торт. Даже саму работу за процессом очень приятно, как бы, и очень нравится. Там результат, конечно, когда шикарный получается, вообще прям душа радуется. Вот конкретно трудоустройство вы сейчас вот уже представляете, где будете работать? Ну, я как бы хочу все равно пойти отучиться дальше, как бы на высшее, учебное заведение хочу. А вообще у нас в техникум приходили уже люди, искали работу, рабочих. И вот как бы уже, то есть есть база, куда я могу пойти работать. Но пока хочу еще двигаться дальше. Да, вот вы сказали, что у вас есть мечта. Да. Даже вот интересно. Какая? Ну, стать дизайнером мирового уровня? Стать дизайнером, да, мирового уровня, масштаба. Мы потом будем гордиться, что сидели практически с таким. А сегодня вот из нынешних дизайнеров вы на кого-то ориентируетесь? Или у вас вот свое такое креативное направление, которому вы следуете? Или вы все-таки пока кому-то подражаете? Нет. Как бы смотрю вообще тенденции моды, смотрю, что как бы в моде, что в тренде. А в основном нет, ни на кого не это. Не, как бы не копирую. А как тогда вот вам вот эти вот модели приходят? Как вот это все происходит? Очень как интересно. Как ты цепляешься за какую-то деталь, а потом там, вот здесь надо это добавить, здесь там вот хочу вот так сделать, здесь вот знаю точно, что будет это, и как-то по чуть-чуть собирается целый образ. Ну да, это действительно творчество, да? Говорят же, художники там еще какие-то творческой профессии. Ну просветите нас, мирюзя, что сегодня тренде.
как говорится, вот вы следите за последними тенденциями, сказали, вот что сегодня весна, чудесное время года, что нам? Как бы сейчас очень модные юбки пошли, длина миди, ниже колена, как бы. С подиумов, думаю, они скоро все-таки сойдут и появятся в жизни. Ну, цвета сейчас в основном не яркие. Не яркие? А пастельные я почему-то оттенки. Обратила внимание, что вот цветочек сегодня популярно, очень много цветов. Вот на, это... Цветочек, да, это как бы вот сам рисунок, тоже как бы есть такое. Но вот уже, как бы, мне кажется, чуть-чуть еще сейчас отойдет это уже. Как бы, мне кажется, последние года. Да. Года два, и мне кажется, уйдет. Ну, вообще, в последнее время, наверное, быстрее, да? Вот если раньше вот носили, там, 2-3 года, да. И все, казалось бы, как какое современное платье. Сейчас то, что платье. Мне кажется. И сейчас интернет, быстро. Всякие социальные сети. Это все продвигает процесс, и люди видят что-то новое, интересуются, увлекаются. И хочется уже новое, да, быть лидером, новатором и как бы быть первым. Выйти в таком наряде. Вот Ольга прислала вопрос Татьяне, почему вы выбрали профессию кондитера? Заинтересовалась. Вот если человек хочет стать кондитером, куда ему идти поступать, как долго учиться? Вот расскажите немножко о специфике образования, практика, когда там... Я пришла в техникум, я хотела отучиться просто на повар-кондитера, но так как я пришла после 11 класса, мне сказали, профессии повар-кондитера уже нет. И вот я пошла на техник-технолога. Ну, как бы я поработала уже и поваром, вот, но больше все-таки женской работы это кондитер. Кондитеров больше все-таки девушек, женщин. Да, а обучение сколько длится? Ну, у нас техник-технолог 2 и 10. Ну, 3 года практически. 3 года. И практика есть, конечно, да? Потому что практики очень мало. Вот, что сейчас вот очень печально так. Практики очень мало. Ну, по крайней мере, для меня. Потому что на производстве, да, больше учишься, но вот пока модуль на обучение, по технологии мы знаем все, на практике практически. Ну, вот, практикуетесь дома, на домашних. Да. Пока. Ну, давайте продолжим вашу тему. У нас есть еще один сюжет, как раз про соревнования кондитеров, мы его посмотрим. Не просто первое, второе компот, а вегетарианская закуска, горячее рыбное блюдо и на десерт шоколадный фондан. Юные кулинары съехали со всего Поволжья на очередной этап WorldSkills Russia, чтобы принять участие в самых вкусных компетенциях – поварское и кондитерское дело. Александр Ягодаров свою победу собирается посвятить маме. Участник из республики Мари-Эл с детства мечтал стать поваром. Мама была обычным поваром, ничего такого серьезного. Ну, работала в нашем городе. Во многих местах. Сестра тоже повар, вот я. Пошел по стопам. Однако наш регион болеет за участника под счастливым 7-м номером. Самару представляет самый молодой шеф-повар города Алексей Афанасьев. Участие в подобных конкурсах – лишний повод держать себя в тонусе и повышать планку. Волнуемся, конечно, очень серьезно, ответственно, потому что жесткий отбор. Очень серьезно, я говорил уже, соперники и... Маленькая какая-нибудь оплошность, уже все. Можно сказать, уже никуда ты не поедешь и не пройдешь точно. Оценивать будет их несколько групп экспертов, сформированных по критериальному признаку. То, что я сейчас вижу, ну, внушает надежду, что с каждым годом у нас уровень выступающих, уровень подготовленных будет расти. Ну, и мы будем стремиться, конечно, к мировому. Итоги полуфинала станут известны после того, как все 11 участников из городов Приволжского федерального округа в равных условиях приготовят установленные блюда. Конкурс продлится несколько дней, и по его итогам определится только один победитель в каждой компетенции – повар и кондитер. Именно они поедут представлять Поволжье в мае на национальном финале WorldSkills в Казани. Татьяна, это про вас. Вы поедете, да, в Казань? Получается, да, и да? Алексей Афанасьев тоже едет. Вот я так посмотрела сюжет, и в основном мужчины там, ну, молодые люди, повара. Ну, это поварское, что? Там же два было конкурса, и кондитерский, и поварское. Вообще вот мужчины есть вот среди обучающихся на вашу специальность? Конечно. Да? Потому что как, ну, как-то обычно вот готовят женщины, шьют женщины, а тут вот становится действительно престижной, да, профессией. Вот мы наглядно увидели, что молодые люди избрали для себя вот эту профессию повара. Ну, да? Вообще, как поваров, по статистике мужчин все-таки больше сейчас. А женщин, правда говорят, что мужчины действительно лучше готовят, чем женщины? Ну, видимо, да, что если на производстве их больше уважают, как бы, когда приходит мужчина все-таки. Удивительно.
Вот вы сказали, что у вас как-то мало практики, и все-таки вы же были в каких-то вот кулинарных там заведениях, в других городах, может быть, на кухне, да, вот на самом производстве. Даже, может быть, в других странах, вот как вот вы уже смотрите каким-то своим взглядом на организацию процесса, на то, как... Ну вот в последнее время в Кенапе практику проходила, там все-таки уже они могут многое. Да? Ну, то есть, когда смотришь, как у них это все быстро получается, тоже хочется побыстрее, пока еще навыка нет. Вот, и не так все хорошо и удачно. Да, Мирюзя, а у вас что, тоже молодые люди на дизайнеров учатся или очень мало? Очень мало. Очень мало. Хотя вот действительно, у нас тоже же вот дизайнеры самые такие вот, которые продвигают во всем мире наши... В основном мужчины. В основном мужчины, да. Вот пока... Может, мужчина как-то больше чувствует, что женщинам нравится. Не знаю. Но надо же, мужчина лучше готовит, больше чувствует. Да. И почему же они не идут к вам учиться? Не знаю. Да, вот очень это мало. Интересно. А вы поедете тоже в Казань, да. Получается, да? Угу. Какие задачи теперь перед вами ставят? Как вы готовитесь к этому этапу? И что будет в результате? Вы вообще для себя ставите задачу стать лучшими и там? Вот есть я подозреваю, такое. Что Мирюзя с такой мечтой, кстати, вообще известной в мире, да. ставит такую задачу. Ну, главное, как бы показать себя, то, что я умею, и то, чему меня научили. Как бы выложиться на все 100, а там уже результат покажет. Угу. Всегда есть к чему стремиться. Да, Татьяна будет опять волноваться, смотреть, кто как сзади готовит. Но все равно же есть желание победить. Конечно, но посмотрим, что как будет, потому что усложнили конкурс. А времени готовится уже меньше. Какие задачи у вас будут? Вот вы говорите, усложнили конкурс. Что вы теперь там будете демонстрировать? Конкурс разделили на 3 дня. В первый день нужно будет обязательно выставить фигурки, сделать 3 фигурки. И подготовить все полуфабрикаты уже на торт, на конфеты, сделать начинку. И на мелкоштучные пирожные, на птифуры тоже нужно будет выпечь. Вот. В первый день нам дают 5 часов, на второй день 5 часов, а на третий уже 3 часа. Угу. А жюри, вот как вас оценивают? Какие критерии вот отбора лучшего? Там оценивают все. Да, там просто смотрят, как человек выглядит, и ничего лишнего на нем не должно быть. А санитарные нормы все просматривают, как он ведет себя во время работы. Просто все, вкусовые качества все оценивают. Да, ну, наверное, все-таки вкусовые качества, это сначала на вкусовые качества, да, потому что результат работы. Ну, там все оценивают. Да, понятно. Мирюзя, а у вас какие задачи? Вот что вы будете там делать? У нас, в принципе, как бы конкурс. Задания не изменили. Мы также в первый день шиваем юбку. Второй день это у нас дизайн футболки. И третий это опять наколка. Но теперь у нас как бы больше моделей для выбора. Ну, как бы какая-то модель нам достанется, и больше готовиться нужно. Угу. А вот эту модель юбки, это вы придумаете сами? Нет, или как? Это все дается, у нас все регламентировано. Вот, поэтому мы точно не знаем, что будет. Как бы у нас есть типа базовые основы, но на самом конкурсе туда вносят изменения 30%, и не знаю, что будет. Угу. Вот вы второй раз уже повторяете наколка. Потому что ж такое наколка? У меня как-то совершенно другая ассоциация. Это что это за... когда дают тебе большой кусок ткани, как бы вырезаешь деталь. Как бы даже не деталь, а прямоугольник нужного размера тебе. И накалываешь его на манекен. Где-то там выточки, где-то защипы, драпировки, складки. И это тоже за какое-то время определенное нужно сделать? Да, и вы сейчас вот практикуетесь, да, тренируетесь? Да, у нас 3 модели. Неизвестно, что будет. Да, ну, остается вам пожелать, конечно, удачи, и мы будем за вас болеть. Это вот когда определится все, когда вы выезжаете туда? 17-го. Уже 17 мая, и там 2-3 дня, да? Там где-то около недели. А, будете неделю, ну и будем надеяться, что вернетесь с победой. Да. Ну, еще вот прям буквально очень, самый большой плюс вашей профессии, чтобы завершить наш эфир, и чтобы на вас обратили внимание другие, кто хочет. Я как бы могу выглядеть всегда индивидуально и помочь другому. Да, Таня, и у вас? Можно всегда своих близких порадовать, даже если не на производстве где-то работать. Спасибо огромное, девушки, что пришли, поделились все-таки некоторыми профессиональными секретами. Удачи вам, всего хорошего. Спасибо и вам за внимание. До свидания.